была студентка, санитарка, произвела съемку операционной. Будучи в предоперационной, по ее функциональным должностным обязанностям, она должна была вывести больного после операции. По тому материалу, который мы имеем, фотоматериалу, потому что видеоматериал мы не смогли получить, больного там самого как такового, ни лица, то есть идентифицировать, кто это был, невозможно. Однако она нарушила те должностные обязанности, которые утверждены приказом главного врача, за что и вынесено дисциплинарное взыскание, и мы с ней расторгли трудовые отношения.